Аким Курдайского района Рустем Даулет священный месяц Рамадан вместе традиционного Аузашара раздал жителям продуктовые наборы. В связи с непростой ситуацией во всем мире и в нашей стране в том числе, в этом году подобные благие дела совершаются немного иначе. Чтобы предотвратить распространение эпидемии, по просьбе председателя Думка Верхнего Муфтия было принято решение не проводить аузашары в мечетях, кафе, общественных местах и других учреждениях. Поэтому в период карантина представителя духовенства призвали мусульман, соблюдающих пост, проводить аузашары в кругу семьи и совершать намаз только дома. В связи с этим глава района, также прислушавшись к новым требованиям, решил вместо традиционного аузашара раздать жителям продуктовые наборы. Таким образом, продовольственные корзины получили более 70 жителей. Среди них были уважаемые старейшины, многодетные и малообеспеченные семьи. В продуктовых корзинах были сладости, фрукты, напитки, горячее питание и другое. Перед раздачей данных наборов в районной мечети был прочитан Коран. Затем Рустем Разбайулы пожелал всем мусульманам благополучия и здоровья, отправив продуктовые корзины по 19 сельским округам. Виктория Трегубова, Азат Байтимир, 77 News.